Малыш к 29 неделе беременности от зачатия, по сути, уже сформирован. Если ему вздумается родиться на этом сроке, он уже сможет дышать сам, хотя все равно будет считаться недоношенным. Основная работа малыша в этот период – накапливать подкожный жир. С его помощью он будет защищен от перепадов температуры, ведь в животе у мамы намного теплее, чем вне его. Голова ребенка по отношению к телу уже не кажется большой. Пропорции приблизились к привычным нам. У крохи есть ресницы, брови, волосы на макушке. С каждой недели малыш становится все сильнее. Он может весьма болезненно толкаться ручками и ножками. Но это не беда. Главное, чтобы он почаще шевелился. Иногда мама может ощутить подобие спазмов в животе. Это малыш икает. Такое случается, когда околоплодная жидкость попадает ребенку не в то горло. На 29 неделе беременности от зачатия печень малыша продолжает развитие. Она учится продуцировать желчь, которая понадобится крохе для переваривания пищи, а именно жиров. Формируется и поджелудочная железа. В будущем она будет производить ферменты для расщепления углеводов, белков и жиров, а также станет вырабатывать инсулин. Постепенно на этом сроке вырабатывается предпочтительная поза малыша предлежания. Он может разместиться головой вниз, чаще всего так и происходит. Реже кроха лежит тазом или ножками вниз. Это называют тазовым предлежанием. В ряде случаев он занимает позицию поперек матки, поперечное предлежание. В зависимости от позы ребенка врачи рекомендуют маме естественные роды или кесарево. Однако пока думать об этом женщине рано, ведь ребенок может еще перевернуться. На этом сроке будущую маму могут отправить на третий скрининг. УЗИ плода на 29 неделе беременности – обязательная часть обследования. Чтобы убедиться, что кровоток в матке и плаценте не нарушен, проводится также допплерометрия. На 29 неделе от зачатия малыш весит примерно 1400-1600 граммов, а его рост 39-40 сантиметров. Иногда врачи сравнивают его параметры с экзотическим фруктом помело. На 29 неделе беременности от зачатия происходит изменение в самочувствии женщины. Живот растет, поэтому могут произойти нарушения сна, да и малыш больнее бьется. У женщины может появиться изжога. Объясняется это явление тем, что на желудок и диафрагму оказывает давление увеличенная матка. Отечность – это следующая проблема третьего триместра беременности. Причина ее в том, что почки вдвойне нагружены за ребенка и за мать. Вследствие этого отекают руки и ноги. Сами по себе отеки не опасны, но они могут быть предвестником позднего токсикоза при эклампсии. Лучше сообщить о них врачу. Для профилактики отеков кладите ноги на скамеечку или столик, когда садитесь. Не носите тесную одежду и обувь. Приобретите компрессионные чулки, ограничьте потребление соли, пейте не менее 1,5 литра простой воды в день. Все заметнее становятся болезненные ощущения в тазу и пояснице, связки и мышцы спины расслабляются, готовясь к родам, заметно расширились вены. На 29 неделе беременности от зачатия женщина может ощущать судороги. Основной причиной судорог является большая нагрузка при ходьбе, также может быть нарушен фосфорно-кальциевый обмен, а еще женщина может стать рассеянной, забывчивой, невнимательной. В организме таким образом происходит экономия энергии и сил для родов. Некоторые будущие мамы в этот период начинают ощущать схватки Брэкстона Хиггса. Они длятся по 0,5 минуты, обычно нерегулярны и безболезненны. Если же вы заметили, что схватки интенсивные и регулярные, например, по 4 и больше в час, пора звонить в скорую. Однако развитие малыша на этом все еще продолжается.